С 24 декабря новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Без приставки и «о». В Печоре выбрали главу. Больные на работе. Трудимся, несмотря ни на что. Суд два раза в день, если не платишь алименты. С наступающим! Печорские малыши передают заказы Дедушке Морозу. Нелегко певицей стать. Музыкальный спектакль от созвездия голосов. Нашли на страничках еженедельника фирменный синий штампик? Поздравляем! Вы стали обладателем 500 рублей от нашего еженедельника. Как всегда в номере – программа телеканалов, кроссворд, сканворд, гороскоп, детская страничка. И, конечно, объявления. Вы всегда можете купить, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник – газета постоянных конкурсов.